Мы уже находимся в гостинице Мария Дель Мар, которая находится в поселке Ларет Дель Мар. Трансфер у нас занял от аэропорта час, плюс еще 20-30 минут мы развозили туристов по их гостиницам. Сейчас я вам покажу номер. После того, как мы зашли через главную дверь, по левой стороне у нас идет ванная комната. Туалет чистый, есть стаканчики, туалетная бумага, полотенечки, фен. Обязательно проверить, чтобы он работал. Все новое, чистое, все постирано, все есть. Душ работает? Работает. Так что ванная комната очень хорошая. Тут, если что, есть шторочка, чтобы оно не капало. И полотенечко для ног. Сама комната небольшая. Это номер на троих человек. Покрывало приятное на ощупь. Есть шкаф. Шкаф с тремпелями. Также в шкафу есть сейф и теплое одеяло. И еще больше тремпелей. Свет включен. Зеркало. Мини-бар пустой. Маленький телевизор. Так. Кондиционер. Пульт есть на столе. Проверим позже, работает ли он. Открываем дверцу. Открываем дверцу еще одну. Выходим на балкон. Тут есть два стула. И вид на внутренний двор. В принципе, вот и весь номер. Скромненький, чистенький, маленький. Но в гостинице мы сидеть как бы не будем. Будем гулять, ездить по экскурсиям. Так что нам хватит. Итак, мы идем ужинать. Да. Да? Да. Что нам дают на ужин? Много чего. И мы сильно много кушаем. Мы очень сильно много кушаем на ужин, потому что завтрак у нас скудновастенький. Да. Не, можно налопаться, конечно, но одним и тем же каждый день сильно не налопаешься. Ну да. Что нам на завтрак дают? На завтрак? Да, может, вот дают, и вам не дают. Ну, не может она вспомнить. Завтрак. Кира! Господи, не похожи эти дети. На завтрак мне дают тоже много чего, и я это тоже все засниму. Сейчас у нас будет знакомство с отелем и ужин. Да. Тут у нас ресепшн и главный холл. Здесь можно посидеть. И здесь можно посидеть. Нормально сидеть? Да, хорошо. Зачем я здесь не замечаю родителей? Там замечаешь. Можно поиграть в теннис. Да. А здесь тренажерный зал. А еще у нас есть тренажерный зал, который я не знаю, конечно, тут зачем, но он тут есть. Открыть там. Люди занимаются. Тренировались, пойдем дальше. Куда мы сейчас идем? Кушать. Блин! А может, не взяли с собой карточки на ужин? Ой-ой-ой, тут без карточек на ужин не пускают. А вон мама. Так что мы сейчас покушаем. Ну, короче, здесь у нас такая зона. Какая? Хорошо бы, конечно, на обед снять, но мы не снять.
нас огромная зона. Там отель, столовая, бассейн, там еще подъем там наверх, там еще два бассейна, короче. Так. Тут у нас вечером музыка. Тут у нас вечером музыка. Там у нас есть маленький бассейн. Идем. Какая разница? Идем кушать. Дай мне карточку. Такие карточки. Hola. Gracias. Так. Смотрим, что у нас есть на ужин. Каждый раз есть два вида супа, каждый раз два вида супа разные. Супы едятся моей семьей очень и очень хорошо. Это улитки. Их раньше не было. Колбаска, салаты, салаты, салаты. Овощей тут очень много. Все очень вкусненькое. Буритос. Буритос со свининой. Тут что указано с чем? Без глютена. Тоже есть. Рыба. У нас тут рыба. Какой-то панировки. Жареная картошечка. Какие-то маньяки. Свинина. Это уже жареная свинина. Улитки. Горошек. Черный рис. Черный рис. Черного риса тоже не было. Ой. Черный рис с кальмарами. Дальше есть, по-моему, тушеная свинина. Тушеной свинины тоже раньше не было. Это котлетки куриные. Какой-то лучок. Жареный лосось. Очень много видов пиццы. Очень. Три. Аж целых три. Макароны. Болоньез, грибной, томатный. Еще макароны. Другие вида макароны. Картошка со свиным фаршем с сыром, по-моему. Макароны. Тоже не раньше не было. Макароны в томатной пасте. Дальше мы с вами уже видели. И тут у нас опять же овощи. Холодильник у нас есть холодильник с йогуртами, натуральные, с разными вкусами, обычные и низкокалорийные. Киви. Это всегда Настя берет. Мандаринки. Киви, мандаринки. У нас еще дают, что у нас, персики, бананы, да, арбузы, яблоки, груши были, ананасы, мандаринки, сыр. Был еще сыр обычный, твердый, без дырочек, и еще с синей плесенью. Желе. Профитрольки, наверное. Это ничего нет. Ну ладно. Я не знаю, такого раньше не было. Что-то рисовое, какой-то мармелад. Тоже раньше не было. Это кекс. Манные, наверное. Бананы, персики, ананасы. И здесь мороженка. Ой, кстати, мороженка. Мороженка вкусная. Да, очень. Ванильно-шоколадное я еще не пробовала. А я... У нас есть еще тут яйца с ананасом. Классная птица с ананаса. Да. Первый раз. Пить. Нам ничего на ужин не дают, дают только на завтрак, так что будем сейчас кушать. Будем кушать? Да. А что ты будешь кушать? Мама суп не взяла. Картошки фри уже сейчас нету. Кролик у нас еще был, индейка, курочка, крылышки. Улиток сняла. Улиток раньше не было. Хамону нам еще давали на бутербродах. В принципе, вроде из такого основного все. Так что я пойду кушать. Всем доброе утро. Сегодня я покажу, чем кормят на завтрак в нашем отеле. С чего же начать? Такой большой выбор. Вареные яйца, жареные шампиньоны, бобы, сосиски, чупс. Здесь хлеб уезжает в тосты и будет остается поджаренный.
два вида мюсли, либо не мюсли, шоколадные хлопья и обычные хлопья. Сон уже для яичницы, омлетик, бекончик. Какое-то определенное количество йогурта, апельсины, яблоки, какая-то ветчина, главное мясо. Вот это колбаска вкусная, еще какая-то колбаска. Ну, печенье миндальное, вот эта иголочка вкусная. Печенье. Ну, в принципе, и все. Мы задаем тебе отдельно молочко. Взять какой-нибудь хлебобулочный изделие. И там налить кофе, либо сок.